Никто не знает будущее. Будущее строим мы сами. Чем больше у нас будет людей, которые считают, что в России ждет блестящее будущее, тем больше вероятность того, что в России будет состоится это блестящее будущее. Я большей частью пытаюсь опираться на размышления аналитиков, как российских, так и зарубежных. Они считают, что Россия восстанавливается, восстанавливается быстрыми темпами, и ближайшее место займет, в ближайшее время займет достойное место, как одна из великих держав, по-прежнему определяющая развитие человеческой цивилизации.